пятницу в Самарской области солнечно, без осадков. Днем плюс 1, плюс 3, ночью 0, минус 2 градуса. Ветер усилится. Юго-восточный 4,6, порывы до 15 метров в секунду. В Сызрани ясное небо, в светлое время суток плюс 2, в темное. Нулевая температура, юго-восточный ветер 5 метров в секунду. В Тольятти безоблачно, днем плюс 2 градуса, ночью минус 1, южный ветер 7 метров в секунду. В Самаре солнечно, днем плюс 1, ночью минус 2 градуса, юго-восточный ветер 5 метров в секунду, атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 74%, в геомагнитном поле небольшие возмущения. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом gismeteo.ru.